Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас с вами обзор на вот такие вот акварельки. Акварель «Белые ночи», 36 цветов. Это, наверное, самая большая, которая есть. Так, здесь много цветов. Давайте ее откроем. Я еще даже не смотрела, даже не представляю вообще, что там может быть. Так, она, кстати, выглядит уже по-другому. Открывается, кстати, очень хорошо. Тяжеленькая такая. Так, палитрочка, которую можно разводить. Ну, обычно я не пользуюсь. Ага. Сама такая вот бумажечка. И на эту бумажечку можно нарисовать вот эти вот оттенки и подписать, чтобы потом не потерять. Они, кстати, друг за дружкой просто лежат, белые даже есть. Так, сейчас мы посмотрим. 2,5 миллилитра там. А, ну вот, да, наверное, вот этот вот номер, скорее всего, ее. Уже такая она, кстати, глянцевая. Когда я покупала свою первую акварель больше 10 лет назад, они были бумажные. Глянцевые лучше, конечно. Такая маленькая она выглядит. Так, здесь у нас еще бумажечка такая. Проверена ОТК. Прикольно. Вот, смотрите, прям все такие цвета. Желтый, оранжевый оттенок, красный. Красный продолжается, фиолетовый, синий. Синий дальше продолжается, зеленый. Еще тут еще зеленого, как бы не хватило места. И коричневого, прям вообще много-много-много. И давайте же будем ее распаковывать. Мы будем здесь, вот я хочу прорисовать, конечно же, каждый оттенок, подписать его. И также хочу на отдельном листе, на всякий случай, приклеить все-таки вот эти вот, где вот этот вот номер как раз вот был. Что-то вот типа такого хочу сделать, чтобы все-таки его не потерять и не забыть. Оп. Вот она, так, оп. То есть вот она получается, правда, глянцевая, конечно. И все сразу расписано. Расписано даже оттенок здесь вот цвета. Это я увидела. А, ну вот они тут рассказываются про каждый оттенок. Там какими-то знаками непонятными. Не знаю, я этого всего не знаю, честно говоря. Вот, ее тоже будем клеить. Если она находится в такой фольге. Небольшой, кстати, красивый очень. А, и сами, кстати, они находятся... 100, наверное, сотые, по-моему. Находятся не в прозрачных, как это было вот раньше, а уже в таких беленьких кюветах. Кстати, эта кювета, она... Сам кювет отдельно стоит 25 рублей где-то в среднем. Вот. Так, беленькая. Посмотрела, короче, я разобралась. Смотрите, здесь на самой кювете написано 100. Вот он, написано 100. Здесь она... Вот, видите, он заканчивается на 100. То есть, ну, вот в конце 100. И вот здесь вот, если их разложить так же, как они есть, в принципе, ее можно оставить. Здесь тоже, вот она есть 100. Ну, в любом случае, я эти штучки оставить хочу. Так, ну вот, смотрите, я все уже начертила, все приготовила. Мы с вами будем сюда эту бумажечку записывать. Это я ее потом положу туда. И у меня будет также отдельная бумажечка. Все тоже прочертила. Здесь по 3 сантиметра получилось. Здесь получилось 10,5. Здесь я все-таки попробую приклеить ее. Эту бумажечку, чтобы она у меня осталась, чтобы потом не забыть, какой цвет где. Вот. И попробую клеить, наверное, вот на этот клей. Посмотрим, что из этого выйдет, получится или нет. Хотя бы, может быть, она на какое-то время приклеится, а потом я ее еще скотчем сверху заклею, чтобы она держалась, чтобы у нас все это осталось, не просто в каком-то мешочке. Так. Значит, на сегодня к ней кисточка. Буду распаковывать постепенно и постепенно буду закрашивать. То есть не все сразу распаковала, а потом ищешь. Вот, поэтому все это, может быть, затянется. Такие красивые. Вот. Ну и в таком вот темпе, в принципе, мы пойдем. Здесь тоже, кстати, вон написано 203. И тут по коду, вот он тоже заканчивается, 203. Уже смотрите, сколько я доклеила, дошла до такой вот красочек. Смотрите, как она переливается офигенно.
Так, ну вот смотрите, получилась у нас вот такая вот с вами красота. Посмотрите, какие акварели. Какие они классные, какие они красивые. Прям вот этот голубенький посередине. Хорошо, что я их подписывала, потому что вот это вот оказалось вообще без номера, вообще не подписано. Хорошо, что она единственная такая вот она. Ну, ее не отличишь, она такая, как деревенский старый домик. Цвет такого покрашенный, да? Вот тут тоже великолепно смотрится. Здесь вот эти все приклеились. Сейчас я еще скотчем сверху все заклею. И ее просто куда-нибудь уберу, когда мне понадобится. Допустим, какая-нибудь закончится. Я просто тут вот номер есть. Вот теперь ногами, к сожалению, наклеила. И вот здесь вот, вот номер я найду. То есть вот этот вот номер. Три последние цифры. 408. Это вот ее. Либо по штрих-коду, допустим, если не смогу найти, то можно будет прийти в магазин, и, может быть, как-нибудь они найдут так. Ну, хоть какую-нибудь тут информацию о краске, которая мне будет нужна. Потому что предыдущая моя акварель, я вообще ничего вот этого не сохраняла. И у меня закончилась, по-моему, вот эта вот желтая. Она или такая, ну, либо такая, либо такая, либо вот какая-то вот такая, непонятно. Какой там у нее номер, тоже непонятно. Она закончилась, и я не могла купить. Никак. Купила там какую-то, оказалось, не она, не подошла. Купила другую, опять не подошла. Вот поэтому в этот раз вот... Ну и, конечно же, я у себя вот тут тоже сравню. Вот это вообще почему-то далеко. Но я не стала ничего убирать, оставила как на коробке. Коробочку я тоже вот оставлю. Не высохла тут. Тоже оставлю вот, чтобы потом не перепутать ничего. Чтобы это все было. Вот, некоторые краски, кстати, прозрачные. Сейчас тут подсохнет чуть-чуть. Я покажу вам другую сторону на обороте. Так, ну вот смотрите, с этой стороны какие цвета красивые. Вот тут смотрите. Пока я клеила, я поняла, что это акварель для лентяев. Реально для лентяев. Синего вот сколько оттенков. Фиолетовый, смотрите. Вообще прям, тут прям баклажан. Вот он, кстати, передается совсем по-другому на камере. Или вот тут? Нет, вот тут баклажанчик. Вот, то есть, ну, как обычно принято, 4, там, 5 цветов, там, или 6, да, и их просто разводишь и делаешь какой-то другой цвет. Но, честно, не для меня. Вот бывает такое, разводишь какой-нибудь там голубой, например, он закончился, начинаешь разводить заново, и получается абсолютно другой цвет. Совершенно не похожий. Или зелененький, вот. Тоже так бывает. Поэтому нет. Мне проще гораздо, когда все цвета, все оттенки есть. Спокойно сидишь и рисуешь. И не думаешь ни о чем. Здесь, кстати, какой-то прям блестел. Офигенно так. Это, по-моему, где-то вот здесь вот. Нет, уже, наверное, нет. Не блестит. Прям вообще классная акварель. А где я купила ее стоимость, я напишу в конце, потому что я уже, честно говоря, даже не помню. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Всем пока-пока.